бы была возможность у собственников этих судов подходить к берегу и там, забирать кого-то, и, соответственно, там, самим более эффективно пользоваться маломерными судами, потому что пока там вдаль доберешься, пока там вас еще, насколько я знаю, на острова перегоняют. Поэтому давайте мы подумаем, потому что, может быть, мы действительно возьмем и что-то сделаем современное, может быть, те же там выносные молы с вашими конструкциями, только несколько ниже. Но эту тему надо обсуждать. Поэтому я предлагаю, где-то, может быть, числа 2 сентября я приеду, просто у меня на следующей неделе командировки. Потом вы просто продумайте. Да. Я еще раз говорю, нам можно взять и подумать о конструкциях, которые будут для вас интересны и могут эффективно решить проблему. Вот. Но и еще что предлагаю. Если здесь мы говорим о пляжной группе, нам надо посмотреть, допустим, ближе к той вот части, где пешеходная зона будет, возможно, места, где вы можете швартоваться. Нам тоже это надо посмотреть, потому что надо это обсудить, потому что там большие пароходы швартуются, но надо уже изучить. Поэтому здесь должен быть консенсус. Те, кто любит пляж и воду, и те, кто тоже любят пляж и набережную. Но у нас средства массовой информации выставляет так, что мы вообще тут монстры. Я вам так скажу, вы не монстры, потому что вот у меня и близкие, и родственники исторически пользовались лагерными судами. Если говорить о Саратове, то это гулянка еще была, я не знаю, там вы застали такой транспорт водный или нет. Есть вот, еще. Да. Чук-чук-чук-чук-чук, наполнение идет. Поэтому давайте мы пообщаемся, я еще раз говорю, мы найдем вариант, который будет приемлем. Здесь не надо с тем новостям. Мы не хотим, мы что же житель Саратова? Вот и я, правильно. Правильно соскать и искать консенсус. Потому что и вас надо сохранить как класс, потому что если только Саратов утратит тех, кто владеет маломерными судами, это будет утрата Саратова, потеря именно вот особенности традиции. Вот. Так что я в этом вопросе, несмотря на то, что пляж не близко, но на вашей стороне для вас и для вас не забывает.